дел. Войти в подземелье. Телепорт. Какая свиданка с Дионой? Я вчера ее прошел. Уже. Ну, давайте смотреть на, наверное, сложный ивент. Сейчас будем делать выводы. Подземелье обмана. Самое первое. Рекордный счет, соответственно. Враги. Геовишапы, детеныши и обычные геовишапы. Хорошо. Появляется неустойчивое кристаллическое ядро, когда враг погибает при приближении персонажа, взрывается, наносит геоурон персонажем поблизости. Ну, дед должен затащить, наверное, да? Видос где появится, завтра где-то. Агась. Пройти за 180 секунд. Так, во-первых, эксперт. Лимит времени. 180 секунд. ХП противников увеличено, ну, на 200%. Электросопротивление увеличено. Пиросопротивление увеличено. Блин, пиросопротивление. Ладно, криодамагом их убьем. Сила атаки на 50. Скорость передвижения членов отряда. Снижена эффективность лечения. Восстановление энергии. Потребление выносливости во время спринта. Сила атаки персонажа снижается на 50, пока персонаж не под щитом. Нормально. Урон, получаемый членами отряда в течение 10 секунд после спринта, увеличен на 35. Окей, скорость восстановления выносливости. Ну, ивент с кубами. Скорость восстановления выносливости еще на 35. А, выносливость. А это энергия была. Кристаллическая энергия ядра исчезает только после повторного взрыва. Время существования кристаллического энергия ядра увеличено на 100. Один из детенышей в первой волне использует движение земли, которое наносит стоящим на земле в зоне действия персонажем геоурона, то есть геоаура у него будет. И у геовишапов усиленных крио есть способность застывший лед, они могут периодически испускать морозные импульсы, которые наносят криоурон окружающим персонажам. Потребление выносливости этих персонажей увеличивается на 100 до тех пор, пока крио не будет снят. Хорошо, 8000 можно получить за сегодня. Я, наверное, убираю Янфэй. Я Синцушку хочу добавить. У меня тогда не будет мейн-дедэшером останется коза, допустим. Попробуем так. Сейчас, минуту. Я надеюсь, бафы не исчезнут. Оружки хотя бы проверю. Тут нормальное оскверненное желание, артефакты. Ну, сойдет. Синцу по артам все ок. 1741 на 130. Да, у Синцу все... Все нормально. Ну, поехали. Хутава сосет тут, ну, потому что первый урон уменьшен. Да и вообще умирает от вишапов, наверное, да? Блин, опять все заново нажимать. Ненавижу эти ивенты из-за того, что они не сделали сохранение. Я, правда, еще туда не зашел, чтобы сохранение действовало, да? Ну, поехали. Надеюсь, коза затащит. Можно переключаться между персонажами, в отличие от... Че, неужели здесь можно сожрать еду? А, можно сожрать еду! Окей, так же... Ну, на кубах тоже можно было. Ок. Делюк, спасибо за 5 напитков, кстати, яблочных. Криодэмэдж. Геосопротивление бутылки есть? Существует вообще? Я не помню. Выносливость спринта. Девяностый уровень? Стоп, это же даже не сотый. Эй, вернись! Давай, Байна, тультуй. Не, ну пока что не могу сказать, что прям успеваю, кстати. Угу.
Потому что пира ДПС нормального нету. А это еще и Крио Вишап, у которого Крио резисты увеличены. А, или вроде бы нет. Хер его знает, кстати. Ага, оставшиеся здесь, хорошо. Успею ультануть. Ясно, Беннет уже, наверное, ультануть не успеет. Ну это я, кстати, под едой. За 40 секунд не успею, скорее всего. Да подходи сюда, ты. Черт. Угу. Да, не успею. Окей. У меня очень неудачно первый самый вишапчик улетел. Уехал, тварь. Из дамага. Так-то можно было бы успеть. Окей, трайхардим. Трайхардим. Хорошо. А, стоп! Так я могу еще просто не за время? Или че это за... В чем суть-то? Я уже козу потерял, потому что понял, что я не прошел. А тут, походу, еще что-то продолжается. Беннету бы здесь фавония какого-нибудь, а не оскверненное желание урона-то он все равно не наносит. Может быть, Фавони, кстати, деду дать лучше вместо Хомы. Здесь очень не хватает вас. А, ее еще воскресить можно. Угу. Просто бонус за время не получишь. А это, кстати, прикольно, что они так сделали. Да, деду Фавони отдать. Да умри ты уже. Это 50 хп живет. Потому что что? Потому что Джунли. Где? Ой. Ой, даже под Беннетом сдохла. Джунлишечка закончился. Очень долго, я их еще где-то минуту сейчас бью, блин. После их пробуждения. Жесть. Ну, да. Угу. Агась, агась. Ок, всего лишь 6000. Беннету небесное величие надо. Да, спасибо. Выбей мне его. А, хорошо. О, еще и все типа сдохли, кстати. Такс, такс. Пойдем похилимся. Делюкая верни вам по Крио и Гидро Вишапу под Пиро зельем будет по 60к лупить каждым ударом. Там минус 51 урона. Но вообще, скорее всего, будет. Мне кажется, надо Хутао все-таки. Надо Хутао. Угу. Коза классная, но не против вишапов она мне никогда особо не нравилась. Такс, что здесь? Забрать наградки, соответственно. Но надо до 8000 дойти, по-любому. Что здесь теперь за эти наградки? Агу золото купим. Может быть, деда сейчас качнем чуть-чуть. Он же у меня такой посредственный.
Бенту ничего качать не нужно. Козе. И разве что Ешку. Качать персонажей для того, чтобы что-то проходить. Ура, наконец-то. Контент. Так, Джунли, оружка, меняем с Хомы на Фавония. Арты, я бы уже, блин, перекачался бы в новые арты, которые силу атаки дают, потому что он здесь не то чтобы урон должен вносить, конечно, но... Не. Че, на ульту хватает? Одна золотая книжка нужна. Так может Ешку лучше? Да, чтобы щит был еще более прочным. Нужен прочный щит, пойдем вкачаем. Пам-п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 ам. Тогда ему все на хп, может быть, и дам. Философия о золоте, да? Синцу. Давай, засейви синюю, не засейвил. Заранее видно. Вообще психанул, деду 9-9-9 сделал, нормально. Та-ра-дам-там-там-там. Парам-пам-пам. Еды надо скрафтить на всякий случай. Потому что на это тоже отвлекаться нет времени. На деда новый сет и гео, или как раньше гео и знать. Новый сет. А, так, Хутава, значит, мне деду придется найти какие-то часы другие, по-моему, потому что он Хутаву украл часы на хп. Сейчас посмотрим, он 12 крит шанса, может, ему вот это дадим на силу атаки. Плохо, конечно, что не на хп, но у меня других... А, у меня вон есть. 12 крит шанса тоже, нормально, кстати. Тау, забери свои часы. Учуня. Надень свою корону. Две алых ведьмы. Должно быть четыре. На ком кубок? На ней. На Янфейке. Перо. Ну, вроде бы свое, да? Да, свое. Цветок. Да, тоже свой. Все хорошо. У, не пробовал настроить, чтобы игра не сворачивалась на стриме, остался Геншин залоченный. Не могу, потому что у меня экран транслируется. Так, Ахутава у меня насколько вкачана? 6, 8, 5. Фига она у меня слабая, оказывается. Давайте базовую атаку качнем ей заранее. Ультимейт, у меня пшеничек много. И еще разок ульту. Отлично. Хутаву. Здесь КХП 49-151. Ну, ладно. Стоп, я брал там крил камень в диске усиления, да? Если я козу не беру, значит, какой-то крил камень бесполезен. Стихийный урон. Крил урон, вот это вот. А, подождите, врага по врагам под действием крил. А там крил эти вишапы. Не, нормально, нормально сойдет. Восстановление энергии от кристалла. Кстати, на самом деле, здесь мне энергии что-то не хватает. Элементальный урон, когда персонаж с активным щитом попадает по врагу обычной атакой, сила атаки повышается на 10%. Вот это вот не нужно. Хотя сила атаки... Урон обычных атак. Вот что нам меньше всего нужно. Лучше вот это возьму, пускай энергия восстанавливается. Могу гайд закинуть в личку, как-то пофиксить, если нужно овку. Ну, я не знаю. Ну, давай. Я, конечно, не хочу. Я знаю, что там надо копаться в лаунчере, скорее всего, или что-нибудь типа того, да? Он там один крио. Ну, сойдет. Ничего страшного. Я считаю, 6500 прошло нормально. Не, надо 8000. Надо 8к. Хотя бы наконец-то и еда стала полезной, и да. Ты диск полностью качнул? Ну да, да. Так, ну попробуем.
Бакен, да, бакен, уходишь сюда. Ой, этот Синцо. Куда вот сюда? Че за еда на них все еще действует? Блин, 69 крит урона всего. Что-то мне надо менять. Оружка, артефакты. Блин, вот эта шапка Беннета, это, конечно, смешно, да? Давайте ему... Ну, блин, ему у него должно быть 4, знаете, в любом случае. Чё за перо вообще? Гладиатор. Губен, какое-нибудь перо крутое. Он плюс 10 восстановление энергии, сбить дошки снимем. Это что? Почему не качано? 12 уровне цветок. Что по типу кубов? Ну, легче, чем кубы. Легче, чем кубы. Пока что Мерсер с Legend of Keepers, все, некогда в него играть, потому что у нас сегодня новый рогалик. Защита. Fuck you. Дерьмовенько. Че здесь по кубку? Надо качнуть. Это дед с 12-м кубком. Стоп, я сегодня не подлочил арты. Говно. Отличный. Может быть норм. Не, подожди-ка, вот это вот отличный. Ну, сойдет, да, тоже. Это хороший цветок. Это шапку просто тоже пока залочим. Кубки на защиту говно. Даже если в 20 крит шанса упадет. Да, наверное. Угу. Это говно, это, ну, может быть, норм. Это говно. Физдамагер от ХП. На деда, не знаю, залочу, пофиг. Мне, конечно, кучу мусора лочу, но... Его ставь на время без игры. Да, скорее всего, так и будет. Здравствуй, Мерсер. Давно не виделись. Да, говно. Хотя, вдруг там критшанс какой-нибудь статом. Четвертым. Пам-па-ба-ба-бам-пам-пам-пам-па-ба-бам. Какое же говно кубок у деда, конечно. У, флэт, 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 флэт. Может, здесь нормальный какой-нибудь на гео? Окей, давайте попробуем просто еще раз. Угу. Дискуссионный, но тип максимальный. Я так и не понял, что вот это такое. Эй, чё? А. Небольшая ударная волна на 500. Это что? Каждая единица атаки. У персонажа есть 5 мечей. Блин, вообще? Вообще, на самом деле. Все персонажи получают 40 геоурона. Вообще, на самом деле. Еще можно вот это попробовать. О, сохранилось! Ура! Сложность сохранилась. Найс. Агась. Так, получается, какие-то мечи копиться сейчас должны. Или только в бою. Как этот диск работает? Не понимат бы. Ладно, поехали, бафаем. Первый урон. Защита. А, кстати, может быть, на ХП прочность щита. О, защита. Одновременно. И прочность щита. Ой, вот это вот прям сильный какой-то вкусный лунный пирог. Здесь, понятное дело, солянка адептов. Здесь на скорость передвижения. Поехали. Еду так и забыл скрафтить. Ну ладно, ничего страшного. Ой.
Мне кажется, в прошлый раз побыстрее, да, справился с козой. Они еще все еще один жив. Ого. Да, коза посильнее была. Она еще круто, что замораживала их. Стамина же на Хутаву вообще нету, кстати. Чтобы за нее дамажить. Ничего, ладно, потыкаем еще чуть-чуть. Дурацкие эти. Че, копье? Копье фигня? А, у Хута... Я понял. Где урон, Хутао? Где урон? Копье новичка. Ну, зато Фавони этот переставил на Джунли, правильно? Так, хорошо. А, 61 на 220. Вот это больше похоже на правду. Артеил уже передал ей. С артами я разобрался. С артами у нее все нормально. Еще там есть камни в диске на обычную атаку, что Хутао ничего не дает. И здесь невозможно бить одной только заряженкой. Она будет бить и обычной тоже в любом случае. Поэтому дает. Здесь просто не хватает стамины, чтобы долго бить, поэтому... Здесь нужна Мона! На самом деле, чтобы замораживать этих мелких, которые катаются. Здесь нужна Мона с козой. Но у кого-то Моны все еще нету. Как-то за... В атаку в прыжке как-то сделал кек. Как же она проседает по здоровью-то. Понятное дело, что Хутава как бы должна проседать по здоровью, но блин. Не настолько, да? Стаминки, конечно, полная беда, да? Быстрее, быстрее! Вернись сюда, тварь! Ага, вторым не попал атакой. Рип. Ну, да. Синцу уже ультит не в этом. Вообще урон нет-нет, сказал, я бы не сказал, что было прям лучше. Не, ну... Не, сойдет на самом деле. Сойдет. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Тебе нужен делюк, он не зависит от стамины и бьет обычной атакой для полного бонуса.
Я могу здесь взять Дилюка, в принципе. Я могу попробовать Дилюка вместо Хутавы. Заодно он будет Беннету ульту копить. Ну, Хутава тоже копит, но не так хорошо. Почему нет? Давайте, давайте пробовать, давайте пробовать. Угу. Давайте пробовать. Дилюк. У него хотя бы оружие топовое, да? Меч колокол. Драконья кость, четвертый пробуда. Найс. Артефакты. Блин, вот это перо. Нет, оно не очень. Вот это перо. Вот это перо 3 на 20, а здесь 3 на 6. Но здесь еще мастерство стихии есть 40. Это урон под сенцушкой. Думаю, что все-таки вот так. Цветок у Янки. Да, цветок у Янки. Часики. 6 крит шанса. 18 восстановления энергии бесполезно. 12 крит шанса. 15 сил атаки, 14 крит урона. Блин. А, ну эти на хп, эти нет смысла брать. Пира кубок. С Хутавы снимаем, скорее всего. Сейчас я по шапке вспомню, что здесь. Вот эта шапка. А значит, пира кубок. А может быть, он и не пира кубком должен быть. А на силу атаки обычно у Дилюка всегда был кубок на силу атаки. Да, потому что мои пирокубки полное говно. Так, я не понял, где кубки-то? Нани? Все-таки процент нужен. Сенлинка говно. Здесь 3,5 крит шанса, 1000 хп. О боже мой, какой мусор. Разлочить бы его нахер, да? Вот он, кубок Дилюка. Ну посмотрим. 2100 сил атаки, 87 крит шанса на 142. Найс, 140 мастерства стихии. Восстановление энергии не нужно. Пира урона нету, но... Норм. Еду скрафти. Первое созвездие, кстати. Ха-ха. Можно даже огненный натиск ешку вкачать. Верни Дилюку дубину. Дилюк, у меня нет фразы Дилюка сейчас. Поэтому держи куку в себе. Та-дан-тан-тан, та-дан-тан-тан, та-дан-тан-тан. Та-ра-да-дам, та-дам, та-ра-да-дам, там. И да, действует воспитание, да. Дилюк, окей. Вроде бы все, да? Так, давайте еще раз с диском попробуем. Каждая единица повышает урон обычной атаки персонажа на 15%. Когда есть 5, также увеличивает скорость. Не уверен, на самом деле. Мне кажется, вот... Блин, суперпроводник. Вот это, кстати, хорошая тема, если физой дамажить. Очень сильно. Окружающим врагам геоурон. Кроме того, все члены получают бонус геоурона. Разве что Альбедыча сюда брать. Вместо, я не знаю, вместо пира ДПСеров. Альбеда, коза, вместо Синцу не брать. И чисто ультимейт пачка. И коза мейн дэшер на щитах. Вот такое может быть. Вот такое может быть. Не знаю. Еще раз, здесь. После взрыва стихии персонаж... стихии урон обычных атак. Но это под Дилюка надо. Геокристалл. Урон обычных и заряженных персонажа по врагам под влиянием криво увеличен. Все-таки, наверное, вот это уберем. Вот это вот возьмем, да? Зеленые камни, бонус физы, бонус обычной атаки на 40%. А зачем? Слушайте, а можно? А, ну несколько нельзя, да? Прочность щита. Не, вот это вот берем тогда. На 20 секунд, между прочим, урон.
Та-дам, та-да-да-дам, дам. Та-да-да-дам. Так, Делюк, копи свои мечи. Слушайте, а можно же здесь еще готовиться заранее, например, Ешку Джун Ли поставить? Оу. Ха. Или нельзя? По-моему, можно. Прочность щита... Нет, не то. Вот это вот еда классная. Первый урон. Стамина еще действует. Найс. Буяшцкусе. Давненько я делюком не играл, да? О, он сейчас здесь сдохнет. А где щит Джун Ли? Где щит? Почему он так... Блин, нету кнопки повторить испытания, да, еще к тому же. К слабым игрокам проходить этих геовишап. Можешь рассказать, просто берешь их и убиваешь. Как тебе мой совет? Куда щит делся? Истекло время, он 20 секунд длится. Какое нахер время истекло? Не может такого быть. А. Не набил мечи. Урона много быстро сбивают. Да чем? У Джун Ли немножко в ХП, конечно, потерял из-за того, что у меня было раньше максимально. Да, максимальное ХП 27 тысяч было. Байду, зачем байду-то? Можно дать совет на халат на YouTube, но он пойдет в любом случае. Да, волна понятна, волны там... Не знаю. Аделюк, получающий урон, теряет все стаки мечей. Ползучую штуку по полу, он не должен так сильно ломаться от нее. Обожаю геовишапов мелких, именно особенно мелких. Не, чё-то... Драконья кость здесь уже не работает, я уже почти мечей не вижу. Хотя... Где? Вот где он? Где? Как мне с ним драться, если он не рядом со мной, блин? Да, за Хатава было быстрее. А за Казу еще быстрее, потому что она может их синцушкой заморозить. Да, пока что коза посильнее была. Ну, коза имба. А, пошли еще немножко. Бомсуич пройдем. Да, умри ты. Самые мерзкие вишапы в игре. Что-то много времени на льду теряет. Сенсу вот сейчас нету и смысла в моем. Просто ни разу по ним льдой не попал. Какой из? Мечиками или чем? Мне кажется, что надо Альбеда, да, тоже брать. Может быть, вместо Беннета, как бы смешно это не звучало. А, хил где будет? Едой?
Ну ладно, это, конечно, вообще не трай. Это забейте. Делюк в помойку. Как же жаль, что у меня нет моны, чтобы постоянно замораживать вишапов мелких. Киранюк. Спасибо за ресап. 14 месяц. Стандарт в топку. Ну, такой китовенький, китовенький, да. Они их разбивать будут. Альбеда их будет разбивать. Это проблема. Вместо Сенсу Альбеда. А как я без заморозки пройду? Понимаешь, меня еще вот что пугает. Да блин, что я делаю? Мне нужно их как-то замораживать, иначе я мелких не убью. Не, мне нужен Сенсу. Барбару взять. Не, ну попробовать-то можно, да, в любом случае. Давайте с Беннетом Альбеда. Угу. Там геоурон просто есть увеличенный. Так, но в таком случае Беннет. Меняется пушками. Здесь фавоний нормально, оскверненное желание тут. Хорошо, у меня артефактов нету, да. Что у меня? Второго геоцветка нету. А, бесполезные, непрокачанные персонажи. Наконец-то хоть что-то, что мотивирует качать персов. Вот этот ивент. Чё, ну у деда я это забирать не хочу. ХП процент. Чё за цветок на эльке лежит? Ещё не уверен, есть ли там цветок, да? ХП процент, восстановление энергии. Мастерство стихий. Ну да, Гео, конечно, убирать не хочется. С другой стороны, здесь есть часики на защиту, да? О! О, часы где? Шанс крита, нормас. Глада теряю, да? А глада мы сейчас восстановим любым цветком. Ну вот этим, например. Статы, конечно, здесь слабенькие. Это получается 40 крит шанс на 140 крит урона. 173 восстановления энергии Альбеда. Подожди, у него не геокубок? Геокубок. Оказалось. Сила атаки 19. А здесь что? Щит флэт 56. Дай 3 звезды меча, будет норм кэша. Спасибо за совет. Сейчас срочно буду собирать Альбеда через предвестника Зари. Вот прям побегу качать предвестника Зари ради одного ивента, который так проходит на 20 тысяч без этого, да? Спасибо. Сейчас прям бегу. Чего у Альбеда по подкачке, кстати? 8-6. Ну, мелодии нет, окей. А, вся еда закончилась, понятное дело. Что здесь такое? Еженеделька, 20 блюд. Я что-то хотел сделать. Я хотел Беннету вместо злобы поставить церемонию ему, иначе восстановления энергии вообще не хватит. Но, скорее всего, я вернусь на Сенсу билд через козу. Скорее всего, коза это пройдет. Так, криорезист. О, криоурон. Георезисты бы здесь еще, да, какие-нибудь? Если геозелька, я хер знает на самом деле. Да хватит на цветке прыгать.
И где Уронгста? А, я не поменял на Геоурон этот баф. Я не поменял на Геоурон баф специальный. Что там, ивент очень сложный? Нет, ивент легкий для всех, кто не хочет запариваться на максимальное количество. Ульта Альбеда стоит юзать только ради айфреймов. Это хорошая тема, да. Это хорошая тема. Кстати, если уберу снижение пира урона, пройду на изи при помощи Хутавы. Но я же этого не хочу нанять. Геозащитная зелька. Что дает максимальное количество? Ничего. Диск усиления. Вот это вот. Нет, не сосулька, не сосулька, а вот это. Здесь убрать... так, заряженная атака и карающий меч, когда персонаж поднимает кристалл. Это, да, обычную атаку, вот это вот. Обычная атака, обычные заряженные по врагам под влиянием крио. Ну вот коза, конечно, с вот этим бафом, да, должна наносить нормальные такие цифры. Эй, нагась. Так как войти-то в него? Дает чувство перфекционизма, дает чувство того, что твои персонажи хоть чего-то стоят. Я всегда знал, что мои персонажи слабые, хоть и справился с ивентом кубов на максимум очков. Но это сложнее, да, пока что выглядит. Так, геозельку выпить. Ну, на самом деле, пока что сложнее, просто из-за мелких тупых вишапов. Мне надо, чтобы вот они упали и встали в одну точку. О! Давай, козочка, давай. Ну куда? Где вы катаетесь? Давай, коза имба! Ульта Бен, это закончилось. И выстрелы летят куда-то не туда. Так, ну ладно, с козой уже выглядит просто отлично. Сорок пять тысяч урона. Та-ра-ра. Ау, какое нахер пробивание? Не должно было такого быть. Если бы я еще всегда дождики делал. Окей. Окей, окей, отлично, отлично. Но, опять же, очень... ну, не покидай ты подземелье. Очень важно, чтобы мобы... Чтобы мобы все-таки оставались здесь. Может быть... Я шки Альбеда забываю ставить, да. Может, все-таки синцушку, мне с ним как-то попроще будет. Атака, заряженка за козу. И враги будут в заморозке стоять. Ну тут геоурон, видите, и увеличенный урон под щитами еще. Там воскресить. Да при чем здесь воскрешение? Забей. Суть же не в этом. Так, баф раз. Баф два.
Георезисты, баф 3. И у меня, по-моему, закончился баф на восстановление энергии, да? На стамину. У меня не вообще есть полет спринт. Спринт карабкание. Все, поехали. В прошлый раз так классно этот сюда прыгнул и замерз сразу же. Теперь он этого явно делать не хочет, да? Угу. Я не понял, у меня уже сломали щиде, да? Явно хуже трай, чем предыдущий. Как же хорошо, когда они, короче, в нас влетают и станется, да? Да, давай. Успей. Не успел в мелкого, он улетел. Короче, в любом случае, надо по большому, короче, бить. Мелкий сам как-нибудь придет и, возможно, сдохнет. Вот, например, сейчас. Давай, козенька, давай. Все равно медленно. Медленно, медленно. Ладно, просто смотрим, пытаемся. Сколько ульта Альбеда? На 20... Ну, 1020, наверное. Не, ульта Альбеда в целом не так уж и плоха, кстати. Ау. Эй, что за что произошло? На столб Джин Ли тоже можно. Пройдем. Я уверен, что пройдем. Главное, с первыми мелкими как-то нормально разобраться. Окей. Окей. Видел уже бродячего чайника? Да. Может, все-таки попробуешь вместо Альбеда взять Розарию? Это даст тебе каша на козе, перманентную заморозку на вишапах из-за комбы Синцу. А где я... Куда я Синцу возьму в таком случае, а? Куда я буду брать Синцу? Я сейчас хочу вместо Альбеда Синцу попробовать. На самом деле. Мне очень нравится заморозка за Синцушку. Так, забери церемонию. Беннет, ты как обычно, забери этот. Агась. Бокен да бокен!
Отлично. Так, пульта козы. Вот теперь где найти сингл таргет урон по этому вишапу, я не знаю. И по второму потом, соответственно, тоже. И по тем двум, вернее. Да умри ты уже. Еда закончилась, сук. Такой хороший ран был, еда закончилась. Не то чтобы мне хватало, да? Сколько рогалик? Ну вот сейчас попробуем разобраться все-таки с ивентом. Ну и надо оптимизировать. Я считаю, оптимизировать еще заморозки всякие. Щедеда. Эх, было бы первое созвездие козы, это было бы сейчас так легко, потому что она бы резисты еще больше резала. Дай джобу десу. Охренеть, как долго бью на второй фазе из-за того, что нормальных реакций ничего нету. Подожди, так один водный здесь? В прошлый раз он, по-моему, ледяным был, не? Не, ледяной предыдущий. А этот водный, да, это электрический. Здравствуй, Гипчик, здравствуй. Жестко, жестко. Но Синцушка мне понравилась больше, чем Сальбеда. Мы в пачке вдвоем изи забрали фулл ивент, но я не собираюсь... Чё там, примакеки типа забранные? Я не собираюсь играть это в коопе. Надо в соло пройти. Какие же персонажи слабые. Ну ничего, 14 дней есть еще и новые кристаллы. 14 дней и новые кристаллы, которые, возможно, будут тащить больше, чем то, что есть сейчас. Что будет лучше для ульты Джуна плюс 15 гео или 20 к ульте? Для ульты Джуна 15 гео или 20 к ульте. И то надо вместе, если ты берешь что-то, если ты выбираешь что-то одно. Плюс я таки соберу Джун Ли скоро в 4 новых сета. Так, камни. Гео. Здесь все нормально, в принципе, да? Физический урон, обычная атака. Абсолютно не нужна. Да, здесь-то все правильно.
Угу. Попробуем. Еще пару попыток и пойдем в рогалик играть, потому что надо. Надо поиграть в Returnal, он выглядит очень интересно. Тур-ту-тур-тум. Тур-ту-тур-тум. А что если улететь вообще всем заранее, перед еще тем, как нажимать обилку? Хотя бы Беннетом, Ешкой Джин Ли и Козой. Не, такое себе, наверное. Не знаю. Так, увеличение прочности щита, георезисты. Поехали. По идее все ок, ну вот сейчас ок. Ага, до этих так далеко бежать, почему они, блин, в другой половине комнаты? Успеет, сейчас мелкий улетит, да? Да какой мелкий? Тут оба улетели. У меня минута 20 уходит на этих всех. И не хватает. И этот еще и жив до сих пор. Да какая не та билка, заряженка должна была быть. Я посмотрел, как он на геймпаде это проходит. Ой, боже, Маквит, ну зачем ты меня троллишь? Ты же понимаешь, что геймпады не нужны, ну. Какой из них электрический, еще бы знать тоже. Очень полезное знание. Ну ладно, не хватает. Ладно, нет, я могу только за 4 минуты походу. Надо деда одевать. Надо деда одевать очень-очень срочно. Надо все вот эти вот желтые арты, которые у меня есть, крутые, подкачать. У меня, скорее всего, не хватит. Не хватит сейчас артов вообще никаких, чтобы это все вкачать. У меня есть 14 дней. Допустим. Пойдем соберем. Пойдем соберем на него сет.
Здесь. Вот этот цветок. Цветок прям очень хороший. Не в физу, нет. Вот в это вот. Плюс 3... Сколько-то крит шанса. Не, по-моему, плюс 2,9 пришло. Нет, или... Было 3,9, не помню. Так, цветок, качайся нормально, понял? Мне нечем здесь качать. Не, кстати, кое-что есть. Кубок на силу атаки бесполезен. Надо от старых артов начинать избавляться. Крит урон. Ну, 5,4 опять. Что за мусор, да? Так, хорошо, это цветок где, да? Какое перо из нового сета у меня есть? Ни одного? Плохо. Часы точно должны быть. Сила атаки, восстановление энергии, сила атаки, шанс крита, сила атаки, защита, хп. До 4 уровня можно вот это качнуть, посмотреть. Не выпадет ли какой-нибудь крит шанс. Мне нужно, чтобы у него очень жирный этот был. А еще мне бы 80-х уровней дамагеров. Вот эти вот маленькие проценты, 6 там процентов. Какой-нибудь крио урон на той же козе. Так, ну это мусор. Это мусор. Это мы выкидываем, да? Это мы вливаем, наверное, в 4-статник на восстановление энергии. Не, подождите-ка. Сила атаки, крит шанс. Вот это вот посильнее будет. До 90-го, да нет, до 80-го бы хотя бы. Флэт защита, блин. Ладно, посмотрим на следующие роллы. Если в криты упадет хоть что-то, то будет норм. Блин, как так у меня нет пера из этого сета? Ну и что это такое? Это для Альбеда, что ли? Где этот кубок на силу атаки бесполезный? Плюс 20. Который я недавно хотел разочить и выкинуть. Вот он. Пляшка странника. Говно полное. Как ты его хочешь забивать? 4 новых сета куска. Восстановление энергии, флетовое хп, чуть-чуть силы атаки. Сойдет. Ну, типа для такого... О, x5. В принципе... Блин, здесь серый артефакт нужен, ну ничего. Эть. Еще силы атаки флет. Допустим, 2 куска, которые увеличивают хп, есть. Неужели у меня нет пера ни одного из этого сета? Как так-то? Кубки. Ну, кубков очевидно. Ну, вот есть на хп, кстати, довольно неплохой. Допустим, да, вместо мусорного геоурона, который я юзал только что. Вот этот нет. Где этот мусорный геоурон? Вот этот. Фу, боже, какой же мусор. Что-нибудь мне здесь еще разлочить можно? Прощай, берсерк. Х2. Сила атаки процент, крит урон плюс 7,8. Найс, вот это кубок. Для деда. Даже у китов нет артов. А, я очень давно не ходил за артами. Где я кит-то? Окей, и 4-й кусок. Ну, шапку надо, видимо, отдавать в Беннета обратно. У нас здесь были какие-то. Есть на хп, есть на крит урон, но с ужасными сабстатами. Скорее всего, хпшная будет, да? Вот это вот. Прочность щита еще увеличивает, силу атаки 2000. Крит шанс с крит урона здесь, конечно, вообще нету, но...
Так, Бен, отверни себе свою шапку. Поздравляю тебя с ней. Агась. Не знаю, но это совсем не качественные, конечно. Ну, не, кстати, нормально я их подкачал. Сейчас еще какой-нибудь мусор выкинем. Неюзабельный. Что это такое? Основная энергия 23, гидроурон. Не, это хороший гидрокубок, гладиатор. Кубки, в принципе, жалко выкидывать. Вот это на Хутао качается потихоньку, да? 3,9, здесь 6,6. Ух, как, да. Хоть бы там 3,9 еще крита упала. Придется, правда, 4 пира менять. Какие-нибудь цветки наверняка есть у меня. Useless, worthless. Что такое? Ну что это такое? 53 флет урона. Даже если здесь 25 крит урона будет, я такого гладиатора использовать буду вряд ли. Та-та-та. Капец, я цветков покачал, блин. Что такое? Неплохой трехстатник изгнанника. Часы на защиту. Вот что это такое за часы на защиту? О, нашел мусор. Мне кажется, таким пользовалась какая-нибудь Наэль или Альбеда. Нет, не кубок. Че я качаю шапку? Блин, x2 надо было. Защита! Ну, 7,8 крит урона прокнуло, или что-то типа нет, 6. Сколько-то, но защита вместе с хпшкой, фак. Не знаю. Ладно, чат, я немножко устал, давайте последний трай посмотрим вообще. Вдруг есть потенциал какой-то. Ну, мне кажется, надо новых бафов ждать. Новых бафов, может там будет баф какой-нибудь на заряженную атаку, например, или что-нибудь такое. Как бы я до трайхаржу это потом, в любом случае. Он успел выпрыгнуть, тварь. Я вот этих должен убивать примерно за 30 секунд. А что если, короче, бежать туда сразу? Чтобы оба вишапа просто к нам прыгали, и мы их там как-нибудь станили, замораживали. Просто попытка. Одна попытка. Этими вишапами 7850 без пирорезов, ну нахер. Без пирорезов, да. 7850 легко набить. Просто берешь какой-нибудь хутау и уничтожаешь все. Ну, 8000. Долбаные пиро-резисты. А какие там еще резисты? Пиро и электро, ясно. Все остальное не так страшно. Вот пиро-резисты — это самая хреновая, самая грязь. Я сейчас даже без еды попробую. Вот здесь вот просто встать. Ну, они чё-то катаются, чё-то катаются, чё-то катаются. 10 секунд урона потеряно. Но потом оба как бы вылезают рядышком. Полная. А потом укатываются обратно. Залезают. Не, это бред, конечно. Нет ни единого первого перса, так что насрать на этот резист. Ладно, не буду сейчас трайхардить. Офигенный ивент.
Жаль, что я с ним не справляюсь, но мы потом еще вернемся. Мы еще вернемся в этот ивент обязательно. Там еще новые кристаллы будут. Уж не знаю, можно ли их сейчас... Их нельзя заранее посмотреть. Но пока что нынешние кристаллы выглядят, ну, так себе. Обычная атака и сила атаки повышается. 5 раз. Ну, криоурон это надо, да. Персонаж поднимает кристалл, получает увеличенный лем урон. Yep.